Марафон. Че, пойдем в Нижний лес? Да, пойдем. А если мы пойдем в Нижний лес, то тогда Матеху надо идти где? Правильно, В Нижнем наверх. лесу. Да не, я там буду бежать в вечность, вы че, ребзи? Тем более они топ пропушат, там Хаку на десятках будет. Не надо тебе... Блин. Ладно, иду с вами, все хорошо. Тебе лучше по бережку же пойти, че? Постройся Окей. коробочкой, под коробочкой и топай по бережку. Мы просто пройдем по лесу, они лес нам отдадут и никуда не денутся. И пойдем на базу, они вернутся, как миленькие, куда они денутся. Да фиг знает, сейчас там какой-нибудь говно конелук, он тут Йола убьет нас всех. Вот нам надо, чтобы Триарий пускай вверх занимает и все. Его любимое место. А куда ты там пойдешь, интересно, наверх, если там Триарий свои пики хочет опустить? Ты либо не ему не дашь сражаться, либо самое, либо он тебе не даст. Ну пусть идет. Я в принципе не против. Здорово. Привет. Здорово. Че, хозяин, ты уже с золота, наверное, все сбил сегодня? Что? Я говорю, ты делики все сделал сегодня уже, наверное? Нет. Я просто видел, что ты днем играл. Я играл пару боев, потом уходил. Опять пару боев. Против нас играет Тео. Без клантега РВ. Тео, который обижен на всех. По неизвестным причинам. Понял, хозяин? Вот так новость, милая, да? Милая атака. Да-да-да. Римчик. Подожди меня. Беги вперед. Вот там ворор. Как так видно далеко? Все, они меня просветили, наверное. Римчик и десятый вижен, и плюс там еще всякие плюсы. Лысая башка. Да. Ну я зайду в лес, чтоб не спалиться. Но если они поймут, что я тут... Пускай, иди, они на тебя пойдут. А не, они просто пропушат топ нахер, да и все. Пока вы там будете рубиться в лесу, я подтянусь. Ну, ты через лес ты не подтянешься. Смотри, мы уже прошли пол леса. Окей, выхожу. Еще башни нету. Там два варвара входят. Конечно, два, и у них два было варвара. Подожди, не рубись, не рубись. Ну, я так бегаю. Сюда конелуки всякое говно сто пудов прибежит, вон ползает уже. Все, врезайся, мэджор. И развернулись. В другую сторону, что ли? Да. Это суперчардж. Ну, еще арта бы. Летит в мердера. Прости, Кэт, я пытался. В смысле? Я пытался ванговать, у меня не получилось. Я хотел силой мысли отправить снаряды мердера. Ого. Вот видишь, все в болоте. Надо сваливать оттуда. Болото. Че, генерала убили? Блядь, меня сейчас просветят, да? Генерала убили? Плохо. Ну, крик у тебя будет. Двух сторон. You are nothing before us! As you command!
10 секунд, когда. Три КБ. Секунды. Все, бегу к вам. Ну как бегу, пытаюсь. Что-то башня прошел. Крик. Я сейчас жену им спину. Все, генерал кончился у меня. Блять, охуенный чарж, сука. Так, есть еще одного уронили. Спу 19 надо принять им, этот. Я принял. Не, ну вот этот, который около реки, сука. Вот этот вот. Я сдох. Как сдох, совсем? Да. Плохо. Один отряд чуть-чуть. 4 кони. Ну вот, мы нормально. Я еще генерал. Короче, эфир буду давать. Давай. Есть, уронили последнего. Взяем пошли хватит или. Кидай. В принципе, у меня еще два менеджера есть. Арта. Пошли арту брать. Генерала только не подставь. Еще я генерал вообще в коне не знаю. Улетит. Летит в тебя, Кэт. Ну, типа туда, где я был. Должно было в тебя залететь. Да. Что, мы выходим, пока они там отключены, да? Нам надо арту убрать. Согласен, вообще не спорю. А у нас застрелок нет. Может, и бежим. Мердер, давай ты один отряд пошлешь в обход. А можешь вообще два отряда послать. В обход я. Там лучники. А, да? Бля. Все видят. У них здесь я еще эти. У них, подожди, не беги туда. Мердер, у них там Коля, ты на Коле бежишь. Блять, а что делать, короче? Мы их тут не возьмем, нихера. Надо отступить. Надо отступить, да. Нашу давайте отступать, перейти. Ну их нахер. Блин, бегут. Вот этих коней надо взять. И все прибежали на защиту арты. Ну, по очкам. Надо отступить, мы по очкам выигрываем. Ща кого сожрем, еще будет тысяча. Ща нацелился. Вон там еще две бегут. Сука. Че, вдвоем пойдем? Да, пошли. Так, добил. И все, в болото нахер. Надо прятаться в болоте, в общем. Наши сейчас поверху, походу, пойдут. Они их там продавили. Продавят они? Да, ну посмотри. Там три отряда осталось у них. Хорошо. Да, попытаюсь обойти. Кэт, возле тебя тут где-то, блядь, бегала, блядь, одна. Кавалерийская. Не вижу пока. Сейчас попробую подсветить немножко. Вы убили там болоте последнего коня? Нет, где ты бегаешь? Он убежал. Он сделал Себаса. Меня лучники убили. Там лучники засели, нам туда вообще не вариант идти. По крайней мере, нам с Римчиком. Потому что мы это слишком. Вот Имотех, в принципе, если ты построишься в Шинпаху. Арта она пизданет два раза и все. Там сверху идут. А как она тебя пизданет через город-то? Если ты вообще далеко-далеко вот обойдешь, вот так вот, смотри, вот я рисую синий, вот так. Ага, понял, хорошо, ну сейчас пойду.
Можно по прямой наверх стрелять. Ну я дойду через 3-4 минуты. Нет, да ты иди потихоньку, мы попробую идти в защитные черепахи. Не, ну сначала а там... просто идешь, а когда будешь подходить на рейндж лучников, можно черепаху включить. Куда у нас там кого побежало? Ну вот я нарисовал, он, видимо, подумал, что это я ему. Там Литорио проще. Не, он же, блядь, не бронированный, куда он бежит? Italian Noble Cavalry, его же расстреляют нахер. Его, видишь, заманивают, в центр он бежал. Наших. Блядь, ну 2000, 3000, 2500. Блядь, у нас база пустая вообще. Вообще. Может, я на базу тогда? Мне все равно 4 коня. Да, давай. Пожалуйста. Давай, давай, давай. Причем их до хера берут. 5 минут, блядь. Они успеют. Их до хера. Ты не успеешь? Не, у них быстро. Блядь, как мы так базу просрали, да ёб твою мать. Ну а как, а что мы сделаем? Кава можно было вернуться. Ну вон кава наша бежит. Да все равно, если okay. даже и собьет, то толк. Надо. Их там до хера. Давай надо захват базы становить, хули делать. Нас расстреляют, да и все сверху. А там лучники еще наверху, да? Лучники, да. Я бы вообще на нашу базу побежал, может собить. Беги. Чё, меня увидели? Блин, так обидно. Опять за хозяином пошел. Не, должен сбить. А, ещё кого пришёл. Лучники еще не бегут уже сбивать. Наш кавалерий собирается сбивать вообще? Успеет. Ну сейчас они тоже собьют. Они лучей уже подогнали. Бывает что. Может я один отряд отправлю к тебе как на балкон? Он не собьет наш, потому что ты отправил отряды. Нам на 3 минуты. Да, отходи уже, бесполезно. Наш не собьет. Он чержанул бы. Ха, по-своему. Прорвался бы там как-нибудь. Да там обижать можно место. Ты вообще перекрыл. Блин, я немножко не успел. Знаешь, он провел бы, наверное. Знаешь, чтоб конь ударил. Он бежит. Я даже не... поздно пошел, если бы я раньше пошел, бы наши базу бы не сбили они. Давай, беги. Да нет, как? А, сука, блядь! Его зажали. Да его везучий, мы бы выиграли. Если бы он сейчас бил бы с застрелом, мы бы выиграли. Да мои-то что встали, придурки? Да не, не, все. Кидай, пилом, кидай. А, там забежал. Сука. Да этот олень.